Что это такое? Где мы? Участникам построиться. Что за хрень? Я не понимаю, что это такое. Участники, вы будете участвовать в 6 играх. Эта игра называется «Зеленый свет, красный свет». То есть красный свет, зеленый свет. Что такое? Я не понимаю. Эй, Ник. Это, наверное, зеленый свет, красный свет. А что они там с автоматами? Они что, стрелять будут? Стой. Он мне что-то подмигнул. Так, а что тут болтаете? Мы играем на время. Время пошло. Да, я почти уже у цели. А, черт. Игрок номер 130 выбывает. Придурок. Нет. Что это? За место. Мамородное. Что там делать? Я думаю, этот момент для... Мам, помогите! Ребятки, я думаю, нам стоит поторопиться. Потому что это были уже... Осталось минута. Он прав. Мне 18, я участвую в таких играх на смерть. Я не хочу умирать. Я перед другом стою. Только нет. Участники, осталось ровно 10 секунд. Игрок номер 125 выбывает. Ну что ж, идем со мной. Вы говорили, что это на деньги. Моя жизнь дороже, чем деньги. Вы не хотите продолжить игру? Ребятки, это на деньги. Сколько это займет? А ну-ка, сколько это займет? Сейчас ружье выставлю, а? Примерно 100 миллионов вон. Вы что, ебанутые? Мы продолжаем игру. Вот и славно. Идем со мной. К сожалению, у нас 3 испытания придется пропустить. Начнем с стекол. Что за... Следующее испытание. Стеклянные классики. Некоторые простые стекла растрескаются и разобьются, а некоторые необычные выдержат примерно 2 амонгусов. Да начнется игра. Давайте я первый. Правильно иду. Это правда получается, ребятки, за мной. Где он прыгал? Правильно. Нет, я не хочу. Давай, Колмане.
Сейчас время уже закончится. Заканчивается. О, нет. Сюда дураки очищают нам путь. Давай ты. Куда же? На эту? Нет, лучше всего на эту. Короче, была, не была. О, правильно. Я с тобой. Стоп, еще раз, куда он ходил? Да, вот сюда. Теперь сюда. Куда же теперь? Я ну в шоке. Ребятки, давайте. Участникам осталось недолго. Смогут ли они покорить стеклянный мост? Узнаем в следующей серии. Подписываемся и ставим лайки. Всем пока-пока. Давайте вы уже.